Вот и настало время для Урала. Значит, сначала мы плюсовой провод убираем из цепи. Он у нас заходит сюда, в синий. И синий у нас пошел в общую колбасу. И убираем массовый провод. Вот этот вот. И все. Так, поближе. Вот он, массовый провод. И все, телегу оставляем здесь. И выезжаем в тепло, в гараж. Так, все. Урал занял свое место в гараже. Сейчас дадим небольшое тепло и потихонечку начнем им заниматься. В планах снять двигатель и посмотреть, почему он так тяжело заводится и почему закидывает так сильно свечи. Да, продолжаем смотреть, что у нас с правым цилиндром. Да, как бы видим насечки, да? От тепловой
теплового вот этого вот удара. Так, дальше, что еще вызывает неподдельный интерес, то, что шпилька выкручивается вместе с камерой, и состояние клапанной крышки тоже не радует. Ну что ж, продолжим. Так, ну что ж, вроде бы понятно суть. Это раз момент, колечки вроде как все на месте, хотя зазоры. И второй момент, это коленвалон имеет явный люфт. Есть даже подозрение, что он просто не прикручен. Сам-то по себе цилиндр вроде целый, с рабочими зонами. Да и камера имеет еще отчетливый рисунок. Явных задиров-то нету. Открытие двигателя показывает наличие люфтов и очень отвратительное состояние шестеренки. Этот двигатель был куплен за 8000. В теории со фразой, что немножко течет масло. Герметиком заделаны все отверстия под масло. Соответственно, масло выдавливается через все, что только можно. Продолжаем. Ураловы страсти. Крышка и все винты. Болты все разные. Все. Все очень разное. Вот наш движок. Наконец-то я разобрал весь. Все из него вытащил. Теперь, в принципе, можно поговорить о том, что попадает под выбраковку. А под выбраковку у нас попадает очень много чего. Во-первых, крышка надломана. Потом большой износ шеек на коленвалу. Клапана тоже на выброс. И, конечно же, вал тоже имеет серьезные люфты. Да и разбит он очень сильно в шпоночных пазах. Также на выброс. Толкатели тоже имеют очень сильный износ. Единственное, что целое, это сцепление. А все остальное попадает под сильный-сильный износ. Ну что ж, в следующем видео будем все это дело разбирать, приобретать новое и постепенно собирать.